Концертом учащихся и выпускников завершились трехдневные мероприятия по случаю открытия нового здания детской школы искусств в городе Покровске. Новое здание отличается великолепным фасадом, а каждый, кто переступает его порог, сразу же получает массу положительных эмоций. Актовый зал детской школы искусств был забит до отказа желающими познакомиться с мастерством юных талантов. Одним из знаменательных событий стал приезд первого президента республики Михаила Николаева. В свое время кампанию по строительству нового здания ДШИ начал именно он. Чуть побогаче станем, тогда мы действительно построим дворец, что вы своей великолепной игрой были постоянными участниками великолепной всероссийской проекта «Синяя птица». А сейчас весной выйдет еще одна программа детская «Великая весна». Будьте всегда в первых рядах российского движения.